В московском районе Твери на площади перед досуговым центром «Мир» прошел смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Он приурочен к 35-летию ветеранской организации микрорайона «Южный». Подробности в нашем следующем материале выпуска. Более 20 представителей ветеранских организаций из Московского, Заволжского и Пролетарского районов собрались, чтобы представить свой урожай, домашние заготовки и цветы. Такой праздник уже стал традиционным для Твери и проводится в четвертый раз. Мы понимаем, что это очень важное объединение, да, это вот, скажем, такой костяк ветеранов, которые могут не только сами собраться, но и за собой повести. Мы их бережем, стараемся поддержать своим вниманием, и они, конечно, нам отдают больше душевной работы. Поэтому мы здесь сегодня, для них праздник, ну и вы видите, на что они вообще способны. Также в мероприятии приняли участие депутаты Тверской городской думы и представители общественности. Ветераны очень стараются, там очень много всего интересного. Есть и что сделано своими руками, непосредственно что выращено там на даче, на огороде. То есть на самом деле в каждой лавочке можно найти что-то интересное для себя. Вся продукция, представленная сегодня на выставке, она свежая, со своих огородов. Всегда можно ее попробовать. Такие мероприятия дают садоводам возможность подвести итоги сезона и поделиться опытом. Действительно, люди показывают свою активность. То есть вышли на пенсию, да, и, соответственно, все равно активны, все равно чем-то занимаются. Это очень приятно видеть, что люди действительно активные. В рамках конкурса участникам вручили благодарственные письма, а музыкальные и танцевальные коллективы досугового центра «Мир» подготовили для всех гостей творческие выступления.